всегда соревнование юных исполнителей будет очень напряженным. В этом году ребята подобрались очень сильные и ровные. И кто победит из 14 конкурсантов, предсказать, ну, совершенно невозможно. Каждый год детское Евровидение выбирает специальную тему для конкурса, которая отражается и в оформлении сцены, и в компьютерной графике, и в сценарии. И на сей раз символ детского Евровидения – это вдохновение. И сейчас в прологе конкурса на сцене появляется танцевальный ансамбль. А также выйдут белорусский победитель детского Евровидения прежних лет Ксения Ситник и Алексей Жигалкович. Победители, вернее, детского Евровидения прежних лет.